В этом году в крае первый звонок прозвенел для 300 тысяч учащихся высших и средних профессиональных образовательных учреждений. Для них также были проведены праздничные линейки. Получать востребованные рабочие профессии – Славянский электротехнологический техникум. В этом учебном году поступило 385 ребят. В День знаний для них подготовили особенный, очень ценный и важный подарок. В техникуме была оборудована новая мастерская по компетенции интеллектуальной системы учета электроэнергии, оснащенная новым оборудованием, соответствующим требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и техническим описанием WorldSkills. Особенность этой лаборатории, интеллектуальной системы учета электроэнергии, в том, что это первая лаборатория во всем крае. И наша задача, как краевого учреждения, работать не только на собственное учреждение, но и на интересы родственных профессий, по которым студенты обучаются в других образовательных организациях краевых. Это дает прекрасную возможность закрепить на практике те теоретические знания, которые они приобрели в аудитории, и прийти уже на производственную практику, а тем более уже после завершения обучения на производство, по сути, подготовленным специалистом. Мастерская была создана благодаря федеральному проекту «Молодые профессионалы» и нацпроекту образования. На обновление и модернизацию материально-технической базы техникума из краевого бюджета было выделено более 4,5 миллионов рублей. Студенты третьего курса по специальности мастера отделочно-строительных и декоративных работ выполнили ремонт помещения. Таким образом, общими усилиями мастерская была подготовлена к работе. Студенты-электрики уже успели оценить ее достоинства. Электросбыта постоянно расширяется, появляется потребность не просто в подсчете потребляемой электроэнергии, но и в качественном учете ее, сбора информации, передаче информации. И, собственно, интеллектуальная система учета и заключается в том, что в нем есть весь комплекс тех нужных нам функций. Ребята сейчас собирают силовую часть. Здесь у нас есть и энергомеры, и, собственно, счетчики учета, трехфазники. И на самом деле также есть и потребительские счетчики, как пример, собственно, потребителей. Модернизированная мастерская позволит аккредитовать площадку для проведения демонстрационного экзамена по компетенции интеллектуальной системы учета электроэнергии в количестве 5 рабочих мест и проводить демонстрационный экзамен по данной компетенции не только для выпускников техникума, но и для обучающихся других профильных образовательных организаций Краснодарского края. И уже в 2023 году такой экзамен будет проведен на базе Славянского электротехнологического техникума. Анна Монастыренко, Дмитрий Волошин, программа «События».